Дорогие друзья, приветствую вас на канале. В сегодняшнем видео я покажу, как сделать пошагово в гараже из пропанового баллона многим известные разварки колес. Обязательно баллон заполняем водой под завязку, тем самым вытесняем остатки неиспаряемого бутана. Далее необходимо вылить около 3 литров воды. Теперь можно работать болгаркой. И будем уверены, что прирезки не забрызгает водой. Далее диск прикручиваем на свое место, где будем его резать. Поверхность диска глянцевая, и маркером разметить не получается. Поэтому замотаю наждачной бумагой, и можно будет нанести разметку. Вместо резки будет проявленный контур от точечной сварки. Не пытайтесь полностью отрезать штамп, только израсходуйте отрезные диски, так как отрезной диск быстро разбивается о места точечной сварки. Удобнее будет дорезать, когда штамп снят.
Необходимые заготовки я разметил обоями. Для более точной разметки и лучшего прилегания обой баллон следует обрезать с двух сторон. Приваривая заготовку, обязательно выравнивайте внутреннюю сторону.
Следующим шагом уберем восьмерку на диске. Необходимо найти точку максимального отклонения штампа, и в этом поможет кусочек мела. Мел подводим потихоньку до соприкосновения. В этом месте отпечаток мела, то есть максимальное отклонение, и зафиксируем сварочной точкой. А противоположную сторону будем выстукивать, тем самым убираем смещение в горизонтальной плоскости. Покраску удобно будет замотовать диск пастухом при вращении. Как бы хорошо не был заварен шов, сказать, что он полностью герметичен, нельзя. Поэтому швы загерметизирую герметиком. Грунтовать диски лучше эпоксидным грунтом. Как-то так.
Колеса будут с камерами, а не бескамерные, чтобы избежать разувания на поворотах. Итак, видим, сзади расширение на 8 сантиметров, на мой взгляд, приемлемо, а вот спереди... Придется убрать защиту или сварить разварки с расширением 7 сантиметров, и тогда будет хорошо. Если для вас это видео было полезным, не забывайте ставить лайки. Всем ровных дорог и полных баков. До встречи на канале.